Омские спортсмены присоединились к сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Одним из первых благотворительную акцию поддержал обладатель Кубка мира по силовому экстриму Михаил Шевляков. Вместе со своими товарищами он принес несколько коробок в центр сбора помощи, который находится в региональном центре по связям с общественностью на улице Красный Путь 9. Людям, которые нуждаются, беженцы, переселенцы в юг нашей России, мы сибиряки от общественной организации «Силы Сибири», от проекта «Сильнейшая нация мира» и «Сибирское братство» вносим тот вклад, который, я считаю, незаменим для этих людей. Это средства личной гигиены, к чему и призываем всех наших граждан принять участие в этой акции. По мнению спортсменов, в сложную минуту все жители России должны объединиться и вместе преодолеть возникшие трудности. Напомним, что центр сбора гуманитарной помощи принимает только предметы первой необходимости. Постельные принадлежности, средства личной гигиены, товары по уходу за детьми, канцелярские принадлежности, игрушки, книги, продукты с длительным сроком годности. Все предметы должны быть новыми.